не огромный, но все-таки было интересно посмотреть, насколько я начну сыпаться. Я пишу достаточно полную статью по поводу тренировок. Вот. Кстати говоря, вот моя штанга. Это вот то, чем я занимаюсь. Вот 40 килограмм. На персоналке из другого города. Ну, вам надо технически приехать в Санкт-Петербург. Либо уже консультация в скайпе. Тогда да, возможно. Сколько угля? Пляжник, не знаю. Пресс качаете отдельно? Да, после каждого упражнения иду, делаю подход на пресс и 3 подхода на вакуум. Нет, задача этого эксперимента не расти, вряд ли я вырасту, хотя бы удержать мышечные объемы. 3 подхода на вакуум я делаю 30 сидя, 30 на коленях и 30 стоя. Как его делать вакуум? Ребят, ничего нового не взял, посмотрел, как делаю у Арнольда, делаю как он. Единственное, что болтать нельзя, я кардио вообще не делаю сейчас. Ну, приходите на занятия. Какие мышечные группы лучше отзываются на повторный? Плечи, бицепс, трицепс, четырёхглавые. Можно плечи 2 раза в неделю делать. Совершенно вот крутая схема. Одна будет в статодинамике, одна в классике.